запись только по-тайски. И вверх. С того места пойдем. Я просто снял еще. Хорошо. Того, что да. Вот это и есть Вацлами чай, где делают массаж. Вот мы идем по этой дорожке. Справа вот этот Вац сам. А вот вход. И вот вход в этот садик слева. В садике нас встречают цветы и петухи. На входе торгуют вот такими пипетиками для подношения. Это китайский. А там такая штука интересная. Так ты пешком оттуда пришел? Конечно. Это задняя часть вот этого Вата. Снаружи он напротив стоит. Не видно. Не видно, что это такой большой Ват. И вот она почему-то в тайском Вате стоит, девушка. Прям в индонезийском стиле. Как будто это башня, крепость, вокруг крепости вода. А вокруг воды стоят вот эти вот могилки. А это типа колумбария. Что жена должна делать с мужем? А я думал, это для тех, кто для мужа, для жены купить заранее. Ну, некоторые вам. Ну все, пошли.
Ват Махабхат. Какой? Это самая верхушка. Очень далеко мотает. Минуточку. Сейчас погаснет где-нибудь 40. Вот внутри, вокруг этого шпиля такая аллейка из Будды. Это горшочек первый. И нужно пройти всю эту анфиладу пожертвований. Ветер шуршит и качаются кусочки золота. Это все тоже пожертвования. Здесь находим самые древние Будды. Вот он, идущий Будда, да? Да. Что за чайник не вижу? Да, закрыт. Ну вот, а в конце Будда лежащий. Моя шляпа. Невооруженным глазом это не увидишь. Это начало памятника принцу и принцессе, приплывшим на корабле
Нахон Ситхамарат из Индии. Их тут почитают, даже лица золотыми сделали, с усальными. Это их паруса. Вот такой был корабль. Впереди вид. Спереди. Если подняться по этим ступенечкам, то наверху находится ступа Будды, стопа Будды, красивая. А вот со стороны вот эти, там вот одни головы были видны, а теперь со стороны видно. Громота вот. Так сейчас красиво выглядит она это. Их хоть заметно, днем их не видно никакие. Под цвет зелени. Ну, городские часы. Ну вот, мне готовят манго с рисом. Свежие. А рядом с ними вот этот ват. Я помню его, как называется, не помню. Вот какой будто стоит, черенький. И черенький. Вот уже вечер. Вот этот ват. Зелень не прикрыт. Китайский ват. Как раз украсили к Новому году. Качели. Вот так не видно. Темно.